Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні в нашій студії депутат від Київського району Дмитро Танцюра. Вітаємо, Дмитро. Добрий день. Сьогодні поговоримо про життя та проблеми вашого рідного округу, в якому ви вже на четвертій каденції. І почнемо з такого проблемного питання. Ще на минулому тижні було декілька зібрань за адресою Лужкова, 14, де справжнє м'ясне свавілля відбувається. Підприємці підключилися якимось чином до електрощитового житлового будинку. Через це дуже великі проблеми зі світлом у місцевих мешканців, а також є питання до того, що вони, можливо, знесли якісь стіни, які можуть нести підпорну функцію. На якому зараз етапі розгляд цього питання і чого чекають мешканці? Коли це вирішиться, на ваш погляд? Думаю, що розрішиться це в ближайшее время. Время до четверга я должен получить все ответы соответствующих служб, куда отправили запросы. Основная проблема же заключается в урегулировании вопросов между предпринимателями и, как вы говорите, жильцов, людей, живущих в этом доме. Самая большая проблема, что зачастую предприниматели не интересуют мнение жильцов. Из-за этого начинается конфликт. Все можно было разрешить совершенно по-другому. Если действительно есть документы и действительно есть отдельный ввод электричества, можно было собрать собрание жильцов, познакомиться, договориться о сотрудничестве, так сказать, о добрососедском сотрудничестве. Все показать, рассказать и разойтись всем с хорошим настроением. В данном случае оказалось совершенно все по-другому. Собственник помещения решил, что он очень крутой человек, и решил всех построить. Жильцам было обещано, что их привяжут к дереву, а мне пообещали, что научат меня разговаривать. Но вопрос же не эмоции, а вопрос разрешения реальной проблемы. И на сегодняшний день самая главная задача – разобраться, действительно ли подключены к воду к дому, либо у них есть отдельный ввод. Потому что там невооруженным взглядом видно, что по наружу висят 5 блоков кондиционеров мощных, и внутри помещения видно, что стоит две больших морозильных камеры, потому что этот магазин, видимо, планирует заниматься торговлей мясных продуктов, соответственно, оборудование энергоемкое. И я думаю, что в ближайшие 2-3 дня мы разрешим эту проблему. Мы как депутаты, мы как власть должны делать все, чтобы одесситы были услышаны. И ни одно дело в Київському районі не останеться без учета мнения одесситов. Взагалі, у вас вже 4 каденції у міській раді від Київського району. Цей округ насправді для вас став рідним за цей час. Дуже багато питань було вирішено. Як зараз? Які у вас плани? Чого прагнете? І чому вирішили піти до Верховної Ради? Для мене депутатство – це не ремесло. Для меня депутатство – это призвание. Мне нравится работать с людьми, мне нравится разрешать сложные ситуации. Самое главное, я имею опыт в разрешении этих ситуаций уже при разных властях. Мне кажется, что Киевский район нуждается в определенных дополнительных финансовых вливаний для того, чтобы разрешить проблемы всего Киевского района. Мы сегодня столкнулись с большой проблемой детских садов, мы сегодня столкнулись с большой проблемой школ, мы сегодня столкнулись в целом с системой управления ЖКХ, и я точно знаю, как разрешать эти проблемы. Для того, чтобы решить вопрос со школами, с детскими садами, первый этап – детские сады. Есть программа мэра, которая позволяет выкупать первые этажи в жилых зданиях. Благодаря изменению ДБНов сегодня можно размещать детские сады в жилых помещениях первых этажей. Сегодня уже несколько переговоров ведутся о выкупе в новостроях таких помещений для устройства там детских садов. Что касается школ, ситуация посерьезней. И у нас есть 3 локации, нуждающиеся в строительстве новых школ. Одна из них – это действительно Киевский район, это бюджет города Одессы. И 2 локации – это Радужный микрорайон, о котором вы знаете, где дома растут просто как грибы, и там развернуться невозможно. И 2-я локация – это 10-е поле с гипермаркетом Метро, где оптовый рынок. И вот это вот
вот те две локации, которые административно относятся к Овидиопольскому району. А все жители данных домов ходят в детские сады и школы, административную единицу Киевского района. И вот я уверен, что это надо разрешать на законодательном уровне, потому что тех денег, которые выделяют застройщики в виде договоров на застройку, на право застройки, недостаточно для того, чтобы обустроить инфраструктуру. Район большой, район интенсивно застраивающийся и нуждающийся в дополнительном финансировании. Но на сегодняшний день, на протяжении последней каденции депутатства Верховной Рады, в Киевский район не пришло ни одной гривны субвенции. В Киевский район не пришло ни одной гривны государственных программ. Як це можливо змінити? І взагалі, коли планується будувати такі житлові комплекси з багатоповерхівками, з великою кількістю населення, які в майбутньому там будуть жити, вже мають планувати, так, по генплану і школи. Дмитрий, це все регулюється на законодательном уровне. Я уверен в том, что надо изменить несколько норм закона, которые позволят строить дома после того, как будет построена школа и детский сад. Что происходит сегодня? Сегодня жители города Одессы, молодые семьи, семьи, которые имеют возможность изменить свое положение в виде жилья, хотят переезжать в новые квартиры. К ним они приходят в отдел продаж. Им говорят, вот на согласно зонингу, вот хороший пример Альтаир. Согласно зонингу, в город обязуется построить детский сад и школу. Для того, чтобы этот зонинг реализовать, город берет по закону для себя на 7 лет. Альтаир вырос за 3 года. Сегодня построить школу за 200 миллионов город не в состоянии за 1 год. Есть это в планах, есть. Идет проектирование. Сегодня идет процесс отселения 18-квартирного дома под строительство школы. Но вопрос же основной в чем? В том, что бюджет не резиновый города Одессы. Он не может одновременно позволить себе ремонтировать действующие школы и строить новую. Именно поэтому существуют государственные программы. Именно поэтому существует фонд регионального развития при Министерстве регионального развития, в который никто из лоббистов Киевского района, поскольку таковых последние 5 лет не было, никто не зашел и не попробовал выбить эти деньги. Вот я вижу разрешение этой ситуации именно в постоянной работе. Депутат, который будет избран от Киевского района, должен ежедневно, ежесуточно работать для жителей Киевского района. Зараз у Киевского района живут величезная кількість одесских родин, и багатьох из них турбуют саме проблемы ЖКГ. Як можливо подолати ці труднощі та на що варто в першу чергу звернути увагу саме у цій галузі? Сегодняшнее законодательство говорит о том, что все дома, которые были на балансе местных советов, должны быть переданы ОСМД. Для этого, прежде всего, надо подготовить кадры, которые смогут управлять этими процессами. Второй, самый основной момент, мы должны отремонтировать дома, потому что управляющие компании, они не находят экономики для себя в управлении системой ЖКХ, потому что дома находятся в плачевном, очень много домов находятся в плачевном состоянии, это правда. Но уже на протяжении 5 лет мы пытаемся изменить эту ситуацию благодаря социальным инициативам, которые работают на протяжении многих лет. В прошлом году мы отремонтировали 65 домов, и это показательно. Но показательно то, что социальная инициатива в прошлом году саккумулировала деньги депутатов областного совета партии «Доверяй делам» и депутатов городского совета «Доверяй делам». В общей сложности мы собрали 13 миллионов 600 тысяч гривен. Отремонтировали, услышьте, 65 домов. Да, а представьте себе, субвенция депутата Верховной Рады, она приблизительно там, с 40 миллионов гривен. Вот представьте, что на протяжении 5 лет мы получаем эти деньги. Мы бы уже с вами привели в порядок абсолютно все дома Киевского района в порядок, дали бы возможность зайти на рынок не монополистам в виде ЖКСов, это уже в прошлом. Они не могут себе позволить обслуживать так, как должно, как сегодня требует то время, когда люди хотят качественного обслуживания, когда люди, оплачивая за систему ЖКХ, за обслуживание дома, хотят получать качество. І ще про тему житлового господарства і про систему, як зараз взагалі працює система приходу до СББ та як плануєте продовжити програму підготовки саме кадрів.
кадрів для того, щоб люди навчилися правильно розпоряджатися коштами, власними коштами, тому що це об'єднання. Сьогодні существує при строительной академии факультет, который готовит таких специалистов. К сожалению, большому нету практики. Должно пройти время подготовки таких специалистов, которые в сегодняшних новых реалиях, в новом законодательстве смогут управлять этим процессом. И самое главное – доверие населения. Люди не верят чему-то новому. Люди пытаются по-прежнему идти заключать договора с ЖКСами. А здесь кропотливая работа, когда ты ходишь во дворы, убеждаешь людей. Ну, мы за 3 года открыли 30 новых ОСМД, из которых, ну, 20 просто успешных, и мы можем их сегодня перечислить. Вы можете зайти, любо-дорого посмотреть, потому что есть актив в доме, потому что повезло с тем, что есть очень активный председатель, который любит свой дом, в которых уже за 2 года отремонтированы подъезды, в которых установлены счетчики, в которых покрыты крыши, в которых благоустроены придомовые территории. Вот мы только в этом году в 5 в знак благодарности за активность председателя и активность самих людей, которые живут, поставили детские площадки. И приоритет отдали именно им, потому что я уверен, что это надо поощрять. І неможливо не помітити, що за останній час в Київському районі краще стала ситуація з дорогами взагалі, але там ще, можливо, залишаються якісь проблемні участки, на що варто також звернути. Дмитрий, в Київському районі дуже багато змінилось, тому що в Київському районі, благодаря соціальній ініціативі «Дом, в якому ми живемо», появилось велике кількість небезразличних людей. І нас кожним днем становиться все більше і більше. В Київському районі тільки за останній рік появився новий сквер і новий парк, який розробляється і осенью начнутся садиться, ну, засаживаться новые деревья. В Киевском районе появился новый стадион в 2018 году и появится в 2019 году. 1 сентября будет открытие в школе «Гармония» нового европейского образца стадиона, в котором будут... Стандартных размеров чи для мини-футбола? Это мини-футбол, но там будет 4 локации. Там будет волейбольная площадка, там будет мини-футбольная площадка, там будет футбольная площадка. И самое главное, там будет территория, где жители близлежащих домов смогут приходить и заниматься спортом. Мы еще про спортивную инфраструктуру поговорим, а саме про дороги вот еще хотелось. Потому что и межквартальные проезды, там те, что сами жители инициируют уже. Есть много вопросов, связанных с межквартальными проездами. Есть проблема плохих дорог и их ремонта. И следующая проблема после ремонта дорог возникает, что дороги межквартальные становятся большими дорогами для заезда в тот же Радужный. У нас сейчас существует очень большой конфликт на улице Небесной Сотни. Было отремонтировано несколько дворов подряд, а это проездная часть, которая соединяет торговый центр Сити с жилым комплексом Радужный. И для того, чтобы не стоять в пробках, жители Радужного начали ездить по межквартальным этим проездам. Там почали перекрывать. Вторая проблема, конечно, это проблема для людей с детьми. Они не могут в свои дворы, там привели дворы в порядок. Это, кстати, тоже очень активные жители, которые присоединились к нашей инициативе. В их дворах обрезано больше 200 деревьев сухих, сделаны дороги, и в некоторых домах сегодня ремонтируются крыши. Все ж таки, как вы решите это питание? Первый вопрос – это лежачие полицейские, а вторая проблема – это на законодательном уровне надо разрешать проблемы обслуживания таких кварталов, таких массивов, которые не принадлежат городу Одессе. Мы же не можем сделать так, чтобы люди между собой все время дрались. Это неправильно. Именно поэтому должны быть урегулированы отношения на уровне областного совета, райсовета, для того, чтобы люди могли спокойно, получив хорошую дорогу, подъезжать к себе домой и выпускать детей. І взагалі, от у дворах, де багатоповерхівки, ситуація дещо краще, ніж у приватному секторі. Як там вирішити питання саме з дорогами, коли, ну, не так багато там жителів, але все ж таки також проїжджає багато транспорту і є також багато розв'язок? У нас є хороший примір – вулиця Толбухіна. І це, кстати, хороший примір для Київського району, тому що були начаті роботи, половина дороги зроблена, але окончательно закінчити дорогу – грошей не вистачає. От це хороший примір того,
того, что Киевский район не имеет своего лоббиста, что ни одна программа не смогла помочь завершению данной дороги. До речі, саме про вулицю Толбухіна також є одна така проблемна тема – це вивіз сміття. Там жителі часто звертаються з цією проблемою, тому що не так часто там чомусь туди доїжджають саме транспорт і збирається велика купа. А влітку це особливо дуже, дуже важко. Є схеми розміщення альфаторів и так называемых баков для мусора. И мы неоднократно разбирались с этой проблемой. Она для жителей частного сектора очень актуальна. Потому что в частном секторе и мусора больше. Это же не квартира, в которой ты просто мусорный пакет вынес и все. А у тебя и огород, и двор, и все это надо убирать, и все это, эти листья надо выбрасывать. И все время ведутся какие-то строительные работы, и никто не пытается регулировать, куда, чтобы возить. Все выбрасывается в альфатор. Поэтому работа сейчас ведется, и работа эта ведется с СОНами. Я уверен, что именно органы местного самоуправления должны сделать такую схему, которая была бы удобна всем жителям данных микрорайонов. И это в Киевском районе таких массивов много. И я думаю, что это разрешимо. На жаль, час впливає, але все ж таки хочу спитати ще про спортивну інфраструктуру. Я знаю, що планувалося будівництво у Київському районі спорткомплексу нового, де буде можливість займатися і спортивною, і художньою гімнастикою, другими видами, іншими видами спорту. Чи зараз вже є проєктна документація з цього? Є. В цьому році завершили проектно-сметную документацию. Сейчас проект проходит экспертизу, и в следующем году будет начато строительство новой спортивной школы с гимнастическим уклоном. В районе 65-й школы, так? В районе 55-й, 65-й школы. Там есть заброшенный стадион, который не может функционировать как стадион, потому что он находится в балке, и туда все время стекает вода. Стадион, в дитинстве там грали. Да, абсолютно верно. Именно там будет построена новая эта школа. В чем уникальность этой школы? Она будет единственная на весь юг Украины, где по всем стандартам и по всем ДБНам будет сделан именно батутный зал. Это специально для гимнастов будет обустроен спортивный зал, где они смогут тренироваться. Помимо высота. Абсолютно не только высота, а и безопасность самих стен. Поэтому данное сооружение будет подразумевать собой не только гимнастику, но и борцовские залы, и танцевальные залы. Будет полный комплекс спортивных услуг, которыми могут пользоваться жители Киевского района. Дуже дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нашої студії, приділили час. Дуже цікаво поспілкуватись. Сьогодні в нашій студії депутат від Київського району Дмитро Танцюра. Ми поспілкувались про життя Київського району. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами.